Теперь у жителей Десногорска есть возможность стать зрителем Московской государственной филармонии и других культурных центров, не выезжая за пределы города. 11 сентября в Центральной библиотеке открылся виртуальный концертный зал, в котором можно посмотреть трансляции шедевров театрального, балетного и оперного искусства. Первое место, где оказались посетители библиотеки, концертный зал имени Чайковского на лекции рождения импрессионизма Клод Мане. И это только начало. Благодаря победе городской библиотеки в федеральном проекте «Цифровая культура» в рамках нацпроекта «Культура» жители Десногорска смогут стать причастными к центральным культурным событиям Москвы, прикоснуться к классической музыке и, возможно, чуть больше понять ее благодаря известным лекторам. Мультимедийное оборудование, интернет, проектор и видеостена – вот из чего состоит окно в большое искусство. Библиотеки по всей стране, не только у нас, в последнее время, это не только пыльные книги, библиотеки, чтения, это именно центры притяжения людей, да, где все жители могут узнать что-то новое для себя, познать те грани культуры, культурной жизни, о которых раньше не подозревали. Почувствовать себя присутствующим в зале помогут не только живые трансляции, но и записи прошедших концертов. Посещение зала будет доступно школьникам и всем желающим.